какая там красивая бабочка была. Ой, вот она, что ли, она? Она. Она. Или это она? Глядите. Ой, вот она. Вот она. Красоточка. Это махаон. Махаончик. Куда улетел? Улетел махаон. Жалко. Спугнула я. Но успела снять немножко. Это тот махаончик, которого я, наверное, тогда выпустила из аквариума. Вот такая бабочка у нас тут. В теплице сидела. Что за бабочка, интересно, такая красивая. Такая бабочка. Надо ее пойти выпустить. Махаончик. Ну-ка, походим. Вдруг где-то есть. Ну, куда вот он улетел? Такой. Серёж, да. Еще раз сняла махаона. Ага. Нет, вон там, вон на укропе сидел. Я пока за фотоаппаратом ходила, он уже тут летал вон там. Но я прям несколько секунд успела снять. Он улетел. Сережа говорит, красивая тянется к красивому. Правильное замечание. Еще бы не тянулось. Тут такая красота. Ну ладно, я ведь вышла за укропом. Ой, за укропчиком. Вот это хороший такой укроп. Срываю веточки, а на следующий день еще вырастает. Не запомнила я, какой сорт я сюда сажала. Прям красота. И петрушечки немножко нарвем. Ну и вот у меня тут укропчик, петрушечка. Ну где же он, махаончик-то? Махаончик, ты где? Давай прилетай. Еще раз хочу вам показать. О, а вот где черешня. Одна черешенка нам осталась. Я думала, птички съели. Тут я всего несколько черешенок успела сорвать. Много так было. Вот эта черешня, такая красота. Серёж, гляди, какая черешня для нас с тобой тут осталась. Птицы не заметили. Одна, но зато какая черная она. Вот это черешенка. Красоты неописуемой. Срываю. Сейчас мы с тобой ее сидим. Может, еще есть такие? Просто мы не видим. Нет, пополам. Помнишь, песня была? Мы хлеба горбушку. И туп, ну вот, видишь? А уж черешню-то сам Бог велел. Это тебе не хлеба, горбушка. Ну куда же махаон-то улетел? Наверное, к красивым цветам надо сходить по саду. Вот здесь водичка откуда-то взялась. Это я тут цветы, наверное, когда меняла. Что, пойти пройтись, что ли? Где? Может быть, летает где-то. Залетел же он в сад. Здесь не видно. Тут не видно. Где-то ведь есть он. Вернее, она. Или он. Махаон он, а бабочка она. Вон там. В белом платьице в горошек летает бабочка, видите? Порхает. А махаона не видно. Здесь, может, где-нибудь.
тоже нет. Не видно Махаона нигде. Ого, тыква. За 3 дня, что ли, такая выросла. 3 дня назад еще я здесь снимала. Здесь у нас тыквочки. Тыквочки, тыквочки. Это что? Это, по-моему, портится. Надо убрать. Вот эту тыквочку. Вот. Что-то с ней случилось. Все они у меня голосемянные тыквы. Было все нормально, а теперь вот такая огромная. А эти, видно, маленький сорт. Медленно очень растут. Тут у нас что? И вон еще тыковки. Ну какие. Одна желтая сразу, другая зеленая. Так. Ой, и кабачков полно. Все, пора опять. Пора соседям нести опять. Вот. Вот они. Кабачочки. Целый выводок. Ой, и там тоже. Все, надо позвонить Наташе. Так. Скумпия. Вот такая красавица. Принялась и растет. Такое уже большенькое деревце было. Но Сережа нечаянно скосил его. Ну вот, пошла. Так вот идет. Много было отростков. Оставила один. И вот один этот вот так вот пушится. Надеюсь, перезимует теперь. Может, как в прошлый раз опять. В теплице. Не видно нигде. Тут тоже нет. Ни на ромашках. Нигде нет. Вчера я здесь нашла бабочку. Прекрасную бабочку. Оказалось, махаон. Вот тут зреет помидорка. Это уже 3-я. 2 сорвали. Ой, не, вот еще. А вот еще одна. Вот еще одна помидорочка. Вот такая красота. Ну, теперь, я думаю, пойдут. Огурцы тоже у нас так с трудом. Туго начинались. А теперь прям не знаем, куда девать. И соседям относим. И вот гости приезжали. Им полно отдали. Вот, смотрите. Вот уже. Вчера вечером все собрала. Все собрала. А сегодня опять кругом огурцы. Пора срывать. Ладно, пойду. Поделимся с Сережей по-братски. Пополам поделим. Ой, какая бабочка тут летает. В платьице горошек. Вот улетела. Тут цветут хосты. Виноград. Изабелла наша. Ну, а это гортензия вьющаяся. Или по-другому черешковая. Вот такая она сейчас. Цветочков полно. Такие красивенькие. Были белые, теперь они стали зелеными. Смотрите, какая красота.
Остильбочки, остильбочки. И тут же гортензии дождиком налитые. Вот, склонились. Ну ничего, сейчас солнце. И быстро обсохнут и встанут на место. Тут тоже гортензия. Птички улетели. Любят тусоваться под нашей купавинской пальмой. Солнце наше купавинское. Рудбеки. Ой, опять наткнулась. Ой. Сосенка, вот которая у нас под яблоней, я заметила, она проросла. Там у меня под яблоней была куча, мульчировала сосновой корой. И вот, пожалуйста, сосеночка растет, по-моему, уже третий год. Тоже распускаются, гляньте-ка. Красота-то, красота, вот такая красота. Скоро распустится. И будет очень красиво, будет много вот таких вот красавиц. Этот цветок, он и поздней осенью очень красив. Тут вот вместо цветов потом будут шарики. Очень красиво. Ой, даже не верится, что вот такую махину я сажала совсем недавно. Знаете, сейчас покажу прямо на ветке. Не руками буду показывать. Ну вот, смотрите. Вот такая веточка. Вот малюсенькая. Ну, сантиметров 15, наверное. Росла в горшочке. И вот такая стала. Ого-го. Надо уже подстригать макушку. Иначе потом не достанем. Это катальпа. Зимует уже. Три зимы перезимовала. Здесь. Кабачки. Ну, опять-таки, скоро будут. Так, огурчики тут в форчику лезут. Ну вот, еще один кабачок на подходе. Ну ладно, все. Пошло. Дел много. Идем работать, друзья. Идем, друзья, работать. Опять не налюбуюсь я. Не налюбуюсь виноградом. Вот такой у нас будет урожай Изабеллы. А, вот там мимо прошла. Ну ладно, другой раз покажу. Что-то мимо прошла. Там у нас белый виноград. Тоже немножко будет попробовать. Серёж! Почему? Это другая помидорка, которую не увидели. Сейчас не буду. Ну как хочешь. Я тогда одна съем. Не хочет. Ну, одна съем. Прелесть. Прелесть. Вкуснота. Отказался? Мне больше досталось. А, вот эти розы забыла показать. Тоже доцветают уже. Смотрите. Тоже доцветает фламентанс. Ну все, наконец-то возвращаю. А, еще вот эти ягодки не показала, глядите. Вот.
Ну все, возвращаемся домой. Пора обедать. У нас сегодня на обед несколько блюд с огурцами. Вот. Так. Вот там бабочка села. В белом платьице черный горох. Не знаю, смогу ли я ее заснять, не влетит ли. Вот она. Вот отсюда ближе не буду подходить. А то испугается, улетит. Вот. Такая бабочка. Красавица. Красавица.